Территория очень насыщена минами. Часто встречаются сюрпризы. Меня зовут Насиров Бахруст Аптыгол. Я родился в 1979 году в городе Городис Физулинского района. Я сапер. Я более 19 лет в этой профессии. Мы много лет не уставая любим свою работу. Мы привыкли к этой работе и стали профессионалами своего дела. На самом деле, с детства у меня был интерес к военному делу. По определенным причинам я не смог вступить в ряды вооруженных сил. Но и эта работа близка к военной. Я выбрал эту специальность, чтобы обезопасить жизнь людей. У меня всегда был интерес к этой работе. Я 3 раза проходил обучение в разных компаниях. Сначала учился у иностранцев. Ну а потом уже моими инструкторами были местные специалисты. Затем последовали практические учения. Ну а дальше вышли на территорию. На борьбу с невидимым врагом. Наша операция начинается в 6 утра. Жара или холод для нас не имеет разницы. Сначала мы проверяем территорию, на которой будем работать. То есть мы проверяем место, куда забиваем колышки. Ставим линейку, длина которой 1 метр. Мы работаем именно в этом пространстве. Забиваем синий кол, который обозначает точку начала работы. Далее продолжаем работать по всей длине. Мы реагируем на все сигналы. Если есть сигнал, мы обозначаем место белой меткой на расстоянии в 20 сантиметрах. После проверяем саперным щупом. Если обнаруженный предмет безопасный, мы извлекаем его. Если это мина или взрывоопасный предмет, мы переворачиваем метку на красную сторону и информируем об этом руководителя группы. Они уже на месте принимают решение, можно ли извлечь предмет, или же стоит его уничтожить на месте. Несмотря на все предосторожности, каждая минута, каждое мгновение сопряжено с риском и опасностью. Территория очень насыщена минами. Летом есть еще угроза змей и скорпионов. Несмотря на это, мы продолжаем работу. Одна мина – жизнь одного человека. Для нас честь, что мы сегодня можем спасти человека. Мы ни о чем не думаем во время поисковых работ. В этом процессе думать о чем-то еще – значит подвергнуть свою жизнь опасности. Когда мы работаем, мы максимально сконцентрированы на своей работе. Мы потеряли счет обнаруженным минам. Их на самом деле очень много. Бывало, что за день обнаруживаем 70-80 мин. Часто встречаются мины-сюрпризы, чтобы взрыв уничтожил человека, а не просто нанес увечья. Ура!
Есть мина ОЗМ, которая взрывается, подпрыгивая в воздух. У нее 2400 осколков. Вот эту мину подложили под противопехотную, а противопехотную соединили с осколочной. Обнаружить и обезвредить подобный сюрприз очень сложно. Мы очень часто сталкивались с этим. Это показатель того, насколько труслив и коварен наш враг. Они установили очень много мин и оставили после себя много сюрпризов. Моя семья воспринимает мою работу как почетную профессию. Они на самом деле гордятся мною. Они гордятся тем, что их отец занимается этой работой, что он выбрал эту профессию. У меня трое детей, все школьники. Когда я бываю на работе, мой сын остается за главного. Я считаю, что благодаря моему отцу и саперам, таким же, как и он, наши земли будут очищены от мин к тому моменту, пока мы вырастем. Я Насиров Таптык Бахрузоулы. Родился в 2008 году в городе Городис. Учусь в 8 классе. Отец для меня очень хороший человек. Но я вижу, что не только для меня, но и для всего Азербайджана. Мой отец сапер, который обнаружил самое большое количество мин в Азербайджане. А обнаруженная каждая мина – это спасенный один человек. Поэтому-то я и считаю, что мой отец очень хороший человек для всего Азербайджана. У меня большой интерес к военной сфере. Я могу стать и сапером, но мой интерес направлен больше в военную сферу. Больше всего именно этого я и хочу. Во время Отечественной войны мы увидели, насколько много у нас доблестных сыновей. Вы знаете, Шушу освободили наши спецназовцы. Об их героизме говорит весь мир. И после этого не только у меня одного, но и у всех ребят появился интерес к военной сфере. Да, у сына есть интерес к военной сфере. Он может стать и военнослужащим, и сапером. Достойная и почетная профессия. Желаю, чтобы он осуществил свою мечту. Still, I'm awesome.